Всем привет! Получена очередная посылка из магазина Декатлон. Магазин этот в честь своего пятилетия работы на территории нашей страны проводил какую-то акцию, какие-то скидки хорошие. Ну как хорошие, 10% на вещи, даже на те, на которые уже есть скидки. В принципе, у меня почти все есть для бега, но решил выписать вот такие вот кроссовки. Про них будет отдельный фильм. Кроссовки эти Коленджи Джок Флоу 500.1. При том, что они изначальная цена 2199, на них была скидка, не знаю почему, может из-за цвета, что не пошел. И плюс... То есть минус еще 10%. И получилась окончательная цена 1350 гривен или $35. Следующая вещь — это шорты трейловые Keep Run. Давно хотел себе купить шорты, чтобы не пояс надевать, а именно трейловые. Так они стоят 1399 гривен. И минус 10% 1259 или 33 доллара. И еще одна вещь — футболка той же фирмы Keep Run Care с короткими рукавами, тоже очень и очень хорошая скидка. Изначально стоили 1399 гривен, так ее продавали уже какое-то время по 729, и минус 10% всего лишь 656. Итого $17. Так, в принципе, достаточно бюджетно можно бегуну одеться на лето, на летний сезон. Теперь обо всех этих вещах расскажу более подробно. Ну и вот эти новые вещи в таком вот положении. Футболка на кресле и шорты на тремпеле на лампе висят. Футболка мужская, голубая, снизу она чуть темнее, вот эта нижняя половина, сверху чуть светлее, размер XL. Что удивительно, если размер XL в Соломоне мне чуть-чуть велик, то размер XL в Декатлоне мне идеально подходит. Футболка воздухопроницаемая, с короткими рукавами. Для бега летом. Футболка очень удобная. Вероятнее всего, я в ней побегу свой марафон через месяц. Для этого надо будет ее испытать, несколько тренировок провести. Написано в характеристиках, что предотвращает натирание торса и боков. Также на грудях, благодаря использованию специального волокна. На боках и сзади, благодаря технологии Seamless, которая предусматривает отсутствие швов. Сзади не видно, но есть такие воздухораспределительные отверстия. Есть, как всегда, светоотражающие элементы сзади. Надпись Keep Run тоже светоотражающая. Контроль влажности. В зонах, где спортсмены потеют больше всего, обеспечены микроотверстия, вот как я показывал, в ткани, на торсе, под мышками и спине, что способствует отведению влаги и быстрому высыханию. Бесшовная технология с использованием трубчатого трикотажа по бокам гарантирует абсолютный комфорт. Еще примеры покажу, как она выглядит на мне. Ну, материал очень такой легкий. Я думаю, для бега летом, ну, очень и очень хорошая вещь. Вещь следующая, вот она висит на трэмпеле. Это шорты трейловые, тоже фирма Keep Run. Стоили они 1399 гривен, по скидке 1259, 33 доллара. Размер XL, цвет серый. Универсальные, свободного кроя, мужские. Для бега в жаркую погоду на короткие и длинные дистанции. Предназначены как для тренировок, так и для соревнований.
Ну, очень-очень такой тонкий материал. Ну, прямо чувствуется, что для лета. Микроперфорованный легкий и эластичный материал обеспечивает полную свободу движений. Самая главная вещь в этих шортах, ради чего я их и брал, это вшитый пояс с карманами и минимальным количеством швов для оптимального комфорта. Не давит и обеспечивает поддержку и стабильность содержимого вещей. Шорты регулируются с помощью, ну, вот такой вот затяжки, которая расположена снаружи, чтобы не натирать в области живота. Имеют эти шорты 5 карманов, 2 на молнии спереди и сзади и 3 сетчатых. Я уже примерял эти шорты, и спереди вот карман внутри, который находится на молнии, сюда можно какие-то ценные вещи, карточку, ключи, там, ну, не знаю, что там люди с собой берут из самого ценного. Мобилка большая не помещается. Передний карман достаточно вместительный. Сюда можно гели, бутылка 0,5 литров прекрасно помещается. Боковые карманы. В каждый боковой карман 3 геля СИС прекрасно входят. Лучше, наверное, 2. И вот задний большой карман на молнии. Сюда прекрасно помещается мобилка. И та же самая бутылка с водой тоже помещается. Он застегивается и при движении не выпадет. Плюс задний карман, как утверждается в характеристиках, имеет застежку молния Semi Lock, которая может быть заблокирована, когда бегунок находится в нижнем положении, и вещи надежно защищены во время бега. Ткань синтетика быстро сохнет. Легкие и удобные шорты. Очень легкие. Вес для размера L 147. У меня XL, значит, ну, буквально чуть-чуть больше. Что я еще забыл сказать? Шорты эти со встроенными трусами. Так что можно бегать в этих шортах без нижнего белья. Есть люди, которым это не нравится. Их можно тогда обрезать и использовать как просто летние шорты. Я люблю бегать именно в таком варианте. И именно в этих шортах такой вариант. Не длинные именно, ну, трусы, а именно вот такие, как плавки. Вот так выглядит человек в новых вещах. Новая футболка Кипран для бега летом. Что очень удобно, у меня еще нет таких футболок, чтобы достаточно облегающие рукава были. Футболка очень удобная, проветриваемая во всех областях, где у спортсменов обычно потовыделение происходит, она проветривается под мышкой. На груди есть вставки, отверстия и на спине. Плюс есть везде светоотражающие элементы. Вещь вторая – это шорты. Шорты, чем мне очень понравились, из-за чего я их и выписывал, тем, что они с поясом встроенным. Встроенный пояс очень удобен. Он мне заменяет вот такой пояс, который я раньше на тренировках, когда надо с собой брать гели, там питание какое-то, финики, детское питание, воду. Теперь могу бегать просто в шортах. В шортах этих есть 2 кармана на молнии спереди. В этот карман помещаются ценные вещи, ключи, карточки, там деньги. И сзади тоже карман на молнии. Сюда помещается очень много чего, вплоть до бутылки. Вот у меня есть такая новая бутылка сисовская на 400 грамм. Она прекрасно входит в задний карман.
При желании можно его даже застегнуть, но и так держится плотно. Потом, что показывает вместительность этих карманов, можно взять набор сисовский, новый купил себе, это будет отдельный фильм, изотоники, гели, батончик. Помещается по три вещи, даже в боковые карманы. Не надо ни рюкзак, ничего с собой брать. Вот, три вещи. Плюс передний карман, кроме ценных вещей, еще помещается мобилка. Все, можно прекрасно бежать, ничего не стесняет движений. Для номера в том же наборе сисовском специальный есть пояс для крепления номера. Сзади застегивается, прикрепляется номер, и можно бежать, не используя какой-то дополнительный пояс, еще что-то. Думать только о беге, о хорошем результате. В общем, кому интересно, смотрите, подписывайтесь, критикуйте, ставьте лайки, дизлайки, советуйте, может, еще что-то можно купить. А покупаю я постоянно что-то. Так что встретимся во время обзора в следующем видео. Всем бега, до встречи в сети!